Сыр пармезан, овсяной кисель, льняное масло, черная икра и грудка цыпленка в вакууме. Все эти уникальные продукты производят в Челябинской области. Сегодня их презентуют в Москве на ВДНХ, где проходит всероссийская агровыставка «Золотая осень». Экспозиция южноуральских аграриев оформлена как зона здорового питания. Лучшие проекты сельского хозяйства региона представляет лично губернатор Борис Дубровский. Южноуральскими овощами уже заинтересовали соседи, аграрии из Оренбургской области. По телефону о выставке нам рассказал ведущий специалист отдела маркетинга Чурилова Артем Коржов. Наша Челябинская область представлена довольно обширно, как мне кажется. У нас получается порядка 7 компаний представлено по всем сельскохозяйственным различным направлениям, начиная от там сыров, молочных продуктов и заканчивая плодово-овощной продукцией. Ажиотаж такой присутствует, скажем так, присутствует. И губернаторы подходили, и наш губернатор общался с другими. То есть уже порядка 2-3 визитов еще губернаторов было к нашему стенду. У нас тут получается информативный ролик, который как раз все тонкости подробно рассказывает. Соответственно, поступали какие-то точечные вопросы там о, не знаю, объемах инвестирования в конкретно там что-то. То есть во второе, пятое, об объемах. Все, и, соответственно, Борис Александрович все это комментировал. Вот, и на все вопросы, которые возникали, отвечал. И такой краткий экскурс по нашему проекту. Челябинцы также готовы удивить посетителей выращиванием 10-килограммовых осетров и племенных бычков породы Герефорд и Симментал, а также производством черной икры и сыра пармезан. Продукты нового поколения представляют всего 7 региональных компаний. Среди них известные жителям области «Союз Пищепром», «Уйская сыроварня» и «Ситное Чурилово». Их продукция отвечает современным стандартам безопасности, полезности и экологичности. Все это результаты инвестиционных проектов, реализованных на территории области. За 4 года в регионе реализовано 24 инвестиционных проекта стоимостью около 40 миллиардов рублей. В работе еще 18 проектов. Отмечу, что агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит в Москве уже в 20-й раз. В прошлом году делегация Челябинской области взяла высшую награду – гран-при за активное участие в экспозиции и конкурсных соревнованиях.